Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Пила. Продолжаем. Мы в прошлой серии достигли вот этой контрольной точки. О, смотри. С кассетой сидит взять, да. Тогда вот они, значит, как дверь заперта. Дождь, открывай дверь. О, бери манекена тут по башке. Так, руку взяли. И сейчас за нами будет бегать. Подожди, давай тогда приготовим базу. Куда нам сваливать? Посмотрим, куда, ну, куда, что... вот куда, вот и все. Больше некуда бежать. А свет выключи тогда. А зачем нам его выключить? А чтоб он нас не видел. Ничего не работает. Один там. Ты один нажимал? Не работает. Да. Ну вот, вроде. Придется все двери закрывать, и пускай он откидывается. Все, больше некуда. Побегаем от него тогда, что ж делать. Ну, попробуем, начинаем. Дольфушка уже ждет. Ну, давайте, поехали. Дольфушка! Походу, надо все двери будет закрывать. Тогда тебе надо... Дольф, бежи! Да, я понимаю тебя. Давай, давай. Защёлка там была, защёлка была. Блин. Убивай его, если хочешь. Шёл вон. Там где-то дверь с защёлкой. А, она с этой стороны. Сдох? Да. Ну и пошёл вон упы. Ой, так, я уже думала, я от него не убегу. Фу, убежали. Дольфушка, что там с тобой? Ох ты, какой хороший, красненький. Ой, смотри, шапочка такая, как вот этого, у Деда Мороза. Ага, так, и у него все, его головы уже нет. Он остался без головы. Туда пойдем, может? Туда можно пройти? О, гвоздь. А, три гвоздя. Чё а, так, наша головоломочка с вами любимая. Так, это у нас сюда, и это сюда. Все, что ли? Открыть. Пойдем у сюда. Нас не будет дробовик стрелять, а то у нас и так мозгов нет. Пойдем. Ой, саквояжик. Шестерни. Гвозди, конечно, возьмем гвозди. Поковыряем в носу. Так, это что такое? А это что за идти? Ух ты. Так, Shift Space, размер шестеренки переместить, посмотреть. Нам надо соединить эти шестерни, да? Да. А, так, хорошо. Что мы имеем? Походу только сюда, вот. А там, а какие шестерни-то есть у нас еще? Размер шестеренки можешь делать. Походу туда такой большой, да? Охренеть, что за шестерни? Так, сейчас будем пробовать. Давай. Сюда подойдет? Да, да, да. Может быть, вот... наоборот надо было на место маленькое и большое. Сейчас я попробую убрать три, наверное. Попробовать ее туда еще можно попробовать. Вот. Давай сюда двигайся. Дольфушка, двигайся. Ух ты, какая большая. Себе. Так, большая. Механизм африканто испаренто. Давай, что у нас тут, как нам тут включить-то? Дольфушка, работай, давай. Ты механизм или не механизм? Просто их надо соединить. Да. Козявочка. Ну, вот, маленькая, большая, небольшая. Во. Так, это сюда подошла. Это вот сюда, если подойдет. Ну, значит, сюда надо гром. О! Дольфушка закрутилась. Вот можно как-то убрать, тройка. О, оставь ее, ставь. Сюда мы делаем. Нет, не поставить. Вот, дольфушку, хорошо. А, так, это сюда не ставится. Вот сюда маленькая поставить. Она не будет. Но... О, давай. Нет? Сюда не пойдет, сюда. Сюда нет. Сюда нет. Дольф, а вот сюда. Что, бы нам тут подкинули, работенки? Ой, не говори. Ну что, надо этих арахис побольше есть или чего там? Нац. Сюда не ставится?
А он показывает, значит, какую куда ставить. Не хочет. Не хочет. Мне кажется, какая-то средненькая должна стоять. Давай. Поменяем. Мешками. Шестерню. Так, значит, мы это отсюда уберем, да? Давай. Убрать три. Дольфушка, куда тебя убирать? О, она же сюда ставится. Уже не могу пропустить. Так, значит, сюда это поставилось. Туда козявку поставить. Давай поставим. О! Так, пошло дело. О! Это вот. О! О! Так. Продолжаем. Так, продолжаем. Вот сюда. Нет, сюда не ставится. Угу. Средненькая тоже сюда не ставится. Доль! О! Так, нет, видимо. Так, подожди. Прыщик, вот ставься, давай. Конструктор придумал. Так, подожди, почему ты не поставила? Что сюда поставила? А ты на размер меньше. На троечку, давай, сюда, вот вниз. Во, уменьшай размер. И теперь вот сюда большую, среднюю. А туда прыщик. Во, а нет, не во. Ого, ставите, нет? Да, только как бы их соединить. Это тройка. Это у нас получится... Козявка. А попробуй сюда вот. Ой! Не, вот это вот. Правильно, давай, давай, давай. Да, козявочку. Да, вот. Нет, подожди, вот сюда вот. Не, не. Туда козявку поставь. Вот сюда, правильно. И сюда среднюю. А нет, он не поставится. Во! Может быть, или не во. И сюда ставь, вниз. Сюда вниз не ставится. Во! А что та не крутится? Доль, что тут ты нам выдумал? Ты нас слышишь вообще? О, отлично! О, взять все. Так, взяли. Продвигаемся дальше. А сохранение можно нам сохраниться? А, нам нельзя сохраниться, я забыл. А что мы взяли? Да какую-то фигнюшку, инвентарь посмотреть. А, надо пойти в комнату, где он там выходил. Дольфушка, а ты что, там в ванной замурован шприцами? У тебя иглотерапия? Черная какая-то дверь, черный выход. Вот. Дольфушка, давай бить по барабану. О! Найти колесо, видите ли? А это что такое взять? О! Ручка швабры. Слушай, а зачем нам вот эта рука, я не понимаю? Нафига нам рука манекен? Да, рука манекен. Сзади себе спину горб чесать волосатый. Да, место только. Пойдем. Нет, ничего. О! Мухолов. Гвоздь. Уходи, уходи, шуба! Ай-яй-яй-яй! Бей, Дольфа, бей, Дольфа, бей, бей! Ну, уходи отсюда. Уходи от него. Я не понимаю, почему я его бить-то не могу. Давай. Уходи от него, нахрен. Детектив, ты что-то тормозишь. Ты упырь, достал ты нас. Мы сейчас подохнем. Ой, да-да-да. Пошел ты со своим ключом, засунь его, знаешь, куда себе. Ай-яй-яй, не трожь меня, не трожь меня. У него нахрен уже... ты эту палку взяла. Козел, подох. Оп. Давай баян примем. Ой, шприц примем. Убери палку, возьми что-нибудь другое. Это палка, как швабра палка. Да, не говори, надо ее куда-нибудь скинуть. Давай шприц примем. Где нам наш инвентарь? Хорошо, укололи героинчику, отлично. Заперт. Ручка швабра. Фиговая ручка швабра. А, мы же здесь были, это ё-моё. Да, нам назад надо бежать. Я от него бежала, я вообще не сообразила, куда Дольф, я бегу. Дольф, ты оборзел, слушай.
Он почему-то не бил, знаешь, он вот я... Попробуй сейчас ударить, просто так, впустую. О! Сейчас будет. Все, Дольфушка, давай. Лучше руку возьми, будем рукой ему бить. Да, по щечке. Я лучше кулаками. Дольфушка. Так, вот он здесь вот и был, да, здесь он сидит. Дольф, ты где? О, а там что такое? О, поспать можно заодно. На псыка на мото... О, и... А его обыскали вы? Да, его мы уже обыскивали. Здесь вот они, видимо, сидели. Да. Жили. Сколько же здесь эта пила? Человек-пила заперт из людей. Ой! Так, чуть не пропустил. Что это было? Да пошел ты, знаешь, куда. Фух, прям я испугалась. Вот ловушки-то, а. Блин, все заново, ё-моё. Да? Да. Хорошо, мы того рукой замочим. Здесь защелка где-то есть. Посмотри, вон защелка, видишь? Попробуй закрыть дверь и защелку закрыть. Давай. Есть защелка, можно закрыть? Запереть три. Хорошо, давай, теперь ну беги. Давай. Отпереть засов. Ты мне троечку нажмешь, да? Да, нажму, давай. Я приготовился. Мы начали заново, мы подохли, нас тут крыса убила. Все. Убегай. Давай, Валя. Давай, забирай. Уходи. Ты дохнешь сейчас. Шел вон. Давай дохни быстрее. Все. Вот так и надо гасить Адольфа, который в кепке. С гербом. Дольфушка, а ты живой? Где ты тут? Ой, да башка дымится, молодец. У тебя, походу, пар в голове был. Так, второй. А че мы откинулись-то? Почему? А, там надо было кнопку нажать. А почему так они поздно ее выцвели? Может, я даже нет, не видел. Нет. Давай, открывай. Сейчас этот будет. Дольф. О, Дольфа нету. Значит, мы его кокнули. Сохранил. Нет, нет, нет. Он должен быть. По-любому он должен быть. Нету. Пронто. Нету, Дольф. Пойдем. Стоп, 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 стоп. Так, один, давай. Вот здесь мы и подохли. Нет, мы не здесь. Мы не здесь. Все? Нет, нет, ничего здесь нет. Открыть шестерни. Ящик открыть. Шестерни нет. А, это что же, нам опять отгадывать этого? Давай так туда пробежимся, как мы там были. Давай, посмотрим, что там все-таки было. Что там за дольфушки бегают, упырчатые бабуины, краснопопкины. Давай. Опа! А, здесь мы здесь вот. Подохли. Вот, 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 понятно. Растяжка, тварюга. Подожди, ты зря. Подними ее, наверное, все-таки. Надо просто запомнить, что она здесь есть, потому что если тут кто побежит, они на нее тоже наткнутся. Понятно, просто я поспешила немножко. Блин, а я не заметил, что там растяжка. Я думал, нам в бошку стрельнули. Тогда пойдем быстренько разгадаем эту опять. Труп обыскать, а? Дольфушка! Да, давай, бери. Так взял, все. Ну что тут нас еще... Что тут нас еще ждет? О, помоечка, вещи, хорошо, можно одеться. Сдать вещи в этот... Это как его... В секонд-хенд. Дольфушка... А там ничего и нету. Блин, у нас контрольной точки, что ли, еще не было, да? Да, еще не было. Может, нам не туда идти? Так, это мы опять к ванной пришли. Вот, вот здесь вот. Вот здесь вот еще комната, она где-то вот здесь находится. Вот сейчас мы сюда и завернем дверь открыть. О, давай. Так, может, нам сейчас опять жбан прострелят. Дольфушка, ты где? Шестерни, отлично. Гвоздь, отлично. Да мы же здесь были, так, ё-моё. Так, я уже поняла, как это делать всё. Более-менее. Давайте делать. Надо просто подбирать подходящую. А-а-а, мы здесь были, однако. Но сохранение у нас не прошло. К сожалению. Вот, шестерня, часовой. Собираем часовой механизм. Открываем бюро конструкторское. Так. Козявка. Не то. Не то. Ой! Водичка потекла. Отлично.
Как много шестеронятка. Так, не то. Так, то. Нет, не то. То. И козявку. Там снизу может быть. О. И... Нет. Нет. Оп. О, отлично. Берем все. Патрон для дробовика. Что-то. А где дробовик? У нас есть дробовик. Дольфушка, что там? Так, вот мы здесь бежим. Нам бежим. Нужна контрольная точка. Труп. Труп с костями обыскать. Нет. Костин. Че он такой тормозит? Куда ты спрыгнешь? Сейчас. Дольфушка, ну ладно, тебе ты уже постарел весь. Колесо. Колесо рядом? Да пофигу. А, колесо нам нужно найти. А, нам нужно колесо найти. А, ну вот здесь его, может быть, и найдем. Давай. Оп. Все, установить. Дольфушки, если что, бегите. Умираете. Так, ну что, куда пойдем? Нет, ты знаешь, мы как раз таки можем назад побежать. Лучше мы ее все-таки пока пустим. О, стиральная машина, можно постирать. Вещи для секонд-хенда. Лестница. Это вам лестница. И что дает эта лестница? Там же все закрыто. Давай, нам нужно до сохранения дойти. Дольфушки, какие, бля, огромные, как башка. Огромные, да. Охренеть, вы что тут наели, что ли? Конечно, здесь только трупов. Вы тут бегаете, дожираете все. Шприцок взяли, а что такое? Мы не взяли, у нас место... Нет, в инвентаре заперто с другой стороны. Вот, а вон шестерня. Колесо там. О. Заперто с другой стороны выход. О. О. Что? Дольфушка. О, подох. Пойдем туда, нам туда надо идти. Так, вот здесь должно быть что-нибудь, мы здесь обнаружим. Дольфушка. Башка у нас не будет. Нет, нам туда, нам обратно. О, кости, о, башка валяет. Ну, пускай башка. Манекены какого-то. Подожди, нам не сюда вроде, не сюда. Да, нам надо бежать. Мы только что здесь были. Вот это, стоп, рубильничек. Чё? Чё там взяли? Трубочку? Ножку стола. Да-да. Давай, где-нибудь найдем и сохраним. А, да, давай, давай. Это тот, Дольф, нам дай говорит. Нам контрольную точку. Слышишь кого-нибудь? Заткнись! Так, вот это, наверное, и будет контрольная точка. Все, контрольная точка. Отлично. Ну, здесь мы как бы прошли игру немного. Пару раз пострелили башню. Мы двоих Адольфов убили, встретили жирных, вонючих крыс, которые жрут трупы. Все, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте. Пока. Пока.